Йобик, а у вас что, командировка не закончилась, нет? Война закончится не перемирием, не разговорами, не миром. Интересно, чем это? Война закончится только тем, что это либо мы... Ты не забывай, что это мы вас тогда. Либо мира не будет. Вообще, всего. Хуй тебе, а не рай. Потому что зачем такой мир, в котором нет России? Ну, тоді не буду тягнути кота за пальцы, скажу прямо. Это конец. Чему конец, простите? России, всем нам. Это не вопрос решения Путина, президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего. Нет. Что-то тебя Соловьев не сходится. Это просто уже война русского мира за право существовать. Ну-ка, притормози. Я что-то не понял. А что, а предыдущую стратегию нашу мы что, херим, что ли? Вот тебе и на. Я могу точно сказать, что оппозиция, политическая оппозиция России, она за Россию. А поподробнее? Она не согласна с методами, она, может быть, не согласна спорить с партией власти. Но она за Россию, они такие же патриоты. Не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предателей убить. А страшны равнодушные. Это с их молчаливого согласия происходят все преступления. То есть они согласны с какими-то подходами. Вы сейчас о ком? Что там бурчишь, Соловьев? Я говорю об нормальной оппозиции. Я говорю, не знаю, я коммунист, так говорю. О чем? О ком? Надо надеяться прежде всего на себя. Получается, надежды вообще нет. А я за что? А не на то, как там будет исход войны. А чтобы побеждать, надо делать элементарные вещи. С вещами? Начиная от введения НВП в школе. С этого и надо начинать было. Заканчиваю подготовкой народного ополчения. Победа любит подготовку. Да? Теперь уже поздно. Поезд тронулся. Заканчивая тем, что спрашивают с каждого чиновника. Я российский чиновник, а не какая-нибудь голь подзаборная. Что ты сделал для армии, для побед? Мама сделает почубчик. Каждого провинившегося, не выполнившего приказ, просмотревшего. И что? Наказывать. Ну, сам по сути, мы не можем же мы их сажать и расстреливать просто так, ни за что. Это незаконно. А у нас правовое государство, Федя. И на каждое наказание должно быть преступление. Поэтому и СМЕРШ нужен, и смертную казнь нужно вводить. Да, сейчас они невиновны. Но они будут виновны потом. И мы не можем просто сидеть и ждать. Эти идиоты даже не понимают, что они делают. Ну и что? Поэтому теперь вообще тихо, аккуратно всех собрать и отсюда какой-то матери. Ты что, оборзел, что ли, Соловьев? Просто, чтобы духу не было этих вражин. Ну просто охренеть. Будем делать все. А как это сделать? С кем хочешь. С кем хочешь, да? Чтобы наше военно-техническое сотрудничество с Китаем дошло до такого уровня. Есть разные уровни кошмара. Чтобы вы все, черти, вздрогнули. Вздрогнем? Нет, не буду я с вами вздрагивать. Кто как обзывается, тот так и называется. А он реально тупой. А вы кто? Дебилы. Я же не знал, что ты такой дебил и клоун. На этом все. Увидимся завтра. А куда же сначала лучше везти? В тюрьму.